Каждый охотник знает, что во вторую субботу августа традиционно открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Но в нынешнем году этого события не произойдет. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа введены ограничения по охоте, а именно распоряжение губернатора номер 660 от 4 августа 2016 года об установлении запрета охоты на территории Ямало-Ненецкого округа. На сегодняшний день охота запрещена до особого распоряжения на водоплавающую дичь. Осенняя охота отменена в целях предупреждения распространения сибирской язвы на территории Ямала. Граждане должны с ответственностью относиться к данному запрету. В противном случае для нарушителей предусмотрено наказание. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 8.37 КОАП РФ частью 1.2. То есть это для граждан лишение права охоты от года до 2 лет, для должностных лиц штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч. С конфискациями орудия охоты, либо без таковой. Ямальцы согласны с введенным запретом. Как говорит начинающий охотник Николай, какая может быть охота, если есть риск заболеть? Я считаю, что этот запрет был необходим, так как подвергается опасности свое здоровье и здоровье своих близких. Охотиться на водоплавающую дичь нельзя до принятия решения об отмене карантина. А вот охота на бурого медведя не запрещена. Сезон охоты на этого хищника лето-осень 2016 открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября. Подробную информацию о получении разрешения на охоту можно получить на официальном сайте службы по охране биоресурсов округа по адресу obr-yanao.ru. Мадина Булбуш, Денис Гимп, новости Губкинского.